прочитал, я на сайте Радио Свобода прочитал доклад в Международном университете Гаврила Попова. Это как-то связано с тем, что он говорил в университете, но немножко другая форма. И вот на сайте, там он прямым текстом говорит, что нужно Путина отправить в отставку, что нужно провести выборы в Думу и в Совет Федерации. И Медведев же тоже. Нет, нет, я неправильно сказал, нет, он против Медведева. Дело в том, что между ними расхождения все более сильные. И он туда начал. Это Харитон туда забивает колонку. Да, да. По-моему, он даже говорил, что-то не сломать хребет надо, что-то такие были фразы. Ну, я не помню, но просто когда человек говорит как бы то, что принято, одна фраза не та, она запоминается. А когда все, что он говорит, совершенно нетрадиционно и не вызывает такую сильную. У меня вообще было ощущение, что он призвал свергать всю эту власть. Но когда я прочитал более внимательно, то я понял, что речь шла только о Путине. Об этом крыле. А то крыло, вот оно очень хорошее. Не знаю, чем оно лучше, но в общем. То есть вот такие вещи происходят. И конфликт вверх. Да, но он к этому идет, развал власти. По-моему, все настолько у нас непрозрачно, что какие-либо прогнозы. Единственный прогноз, который можно сделать, что прогнозы делать нельзя, потому что это непрогнозируемая ситуация, она нелогична, она как бы спрятана, она скрыта, поэтому что там будет? Как кукольный театр. Вполне возможно, на этой штуке можно говорить все, что будет. Кавказский центр дает точную информацию, что каждый день сколько убито там военнослужащих российской армии, сколько убито милиционеров, сколько убито там чекистов. В Чечне? В Чечне, да. Кавказ, не только в Чечне, по всему Кавказу. Дагестан, Ингушетия он дает, там убиты, ну они называют там кефуры какие-то там. Кефиры. Нет, кефиры. Да, может быть, кафиры. 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 Да, неверные. Неверные, да. То-то, 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 то-то. И... А я все хочу выскочить в одно, посмотреть, потому что еще, я думаю, что еще посмотрим. Я думаю, что вот в какой-то мере можно, что любой позиции, он тоже давать больше правды, чем истина. То есть, конечно, они могут это где-то нас рукавить, но все равно. Просто так говорить. Да, Дагестан, Ингушетия, Карачаево, Черкесия. Ну это какая-то советское время, 20-е, 30-е годы, такое убийство, точечные такие удары по властным структурам. Не совсем, нет, это уже были серьезные, потому что есть кавказский мамар, они создали вот эту структуру государственную. Оно себя позиционирует как государство всего Северного Кавказа. Единый центр управления, как я понимаю, но это не так, как в арабской стране. Поэтому речь уже идет о таком целенаправленном сопротивлении этого момента. Целенаправленно или координируемо? Да. Мне же еще интересно события в Абхазии, в Осетии, что там происходит. Меня удивило сейчас два субъекта. Федеральский фильм удивительно, что у вас вынесли уже разработан законопроект о том, что в Москве не было местных дела. Вот. А просто говорят, что показал бы наименее бы такая национализированная из этих уральских, тюркских. Да, ну, а в Татарии Башкирии тут можно видеть. Да, то есть мы сейчас будем иметь вот все по Волге, Российские, Дальнего Востока. Есть у них какая-то элита национальная такая, резон почему-то. Сереж, туда можно пройти? Я не пройду. Да, здесь свободно. А он всегда он был очень много занимается в те моменты, когда это можно сделать. Конечно. Ну что, какие предложения? Можно начинать? Подождем еще немного. Здесь окно открыто. Так, окно открыто, осторожно. У нас Сергей Николаевич нас обрадует. Слушайте, я пройду. Пройду. Что это не говорится?
Может быть, пока некоторые такие новости я вам расскажу, и мы немножко просто поговорим, обсудим, а потом начнется доклад, потому что, наверное, еще кто-то подойдет, и кто-то даже звонил, точно должен быть. Вот. Просто пока его нет. И у меня такое предложение сразу. Тот, кто хочет, чтобы он был приглашен на будущее, пишите, пожалуйста, свой электронный адрес. Пишите телефон, чтобы можно было... А вот там же уже происходит. Это для независимого пресс-центра. И я прошу написать внятно, потому что некоторые оставляют такие записи, а я потом сижу и гадаю, потом мне все это возвращается. Потому что вот так напишите, чтобы человек, который не знает ваш адрес, смог разобрать. Мне даже кабинет подложу туда. Но если не жалко... Навык рук описания уходит, это рудиментарно. Сейчас я умею только кнопки нажимать. Я вот даже не помню, я вам отправил или нет сообщение? Вы знаете, по-моему, мне не отправляют, потому что у меня как-то как раз перебрали мой адрес. Может быть, еще, если вы кому-то будете давать, я еще дам. Вот там. Поэтому, пожалуйста, еще раз повторяю, напишите. Кто такой и? Если вы хотите получать сообщение о наших встречах, которые проходят регулярно. Можно я вас? Извините. А какие еще есть? Ну, что еще я хотел всем сказать, что касается всех? Вот теперь появляется дополнительный стимул для доклада. Сергей Николаевич еще не знает об этом. Стимул заключается в том, что одно из московских изданий предложило мне раз в год выпускать, ну, лучше они предложили что-то им предложить, а я сказал, что вот есть клуб, мы делаем доклады, и мы договорились, что раз в год они будут делать такой ежегодник с нашими материалами. Раз в год они будут делать, издавать, поэтому выступающие должны представить, желательно, чтобы представили текст, потому что мы это опубликуем. Теперь, не знаю, главное это или не главное, но я все-таки хочу сказать несколько слов благодарности, потому что я хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы здесь, все, что мы делаем, делается бесплатно. Никаких ни спонсоров, никого нет. Это все делается на энтузиазме, и все, кто хотят, в этом участвуют. Но одно дело просто прийти, это замечательно, да, но мы получаем помещение бесплатно от Натальи Александровны, независимого пресс-центра, поэтому ей вот хочется сказать большое спасибо. Мы имеем возможность выставлять наше заседание в интернете и, так сказать, в интернет-эфире. Это благодаря Юре Проскурякову, который совершенно бесплатно нас всех записывает, а потом вывешивает. Так что это большая работа, как вы понимаете, это все бесплатно. Поэтому мы все, наверное, должны поблагодарить вот тех, кто вносит такой ощутимый вклад. Спасибо. Это еще одна такая... В наше время это, да, это... Сейчас, по-моему, за бесплатно никто ничего не... Ух ты, блин. Сейчас, секунду. А это можно собрать? Кто-то опаздывает, наверное. Нет, это третий. Алло? Нет, с того, как мы здесь были. Да, Юра? Ты за... А как же, так мы уже вот начинаем. Кто был второй? Второй на днях выйдет. Давайте, мы вас ждем. Мы уже начинаем. Там же в Кассандре, да? Там же уже. Скажите, а можно это где-то еще взять, растиражировать вообще по интернету, разрезать на ролики, посмотреть там на YouTube? Можно это сделать, если сказать, что нужно сделать. Ну, нужно понимать, что хорошо. Мы тогда с вами переговорим, я изложу. Вот. Еще такая новость. Вот мы с Федей Шеловым-Ковидяевым, мы обсуждали это в несколько более узком кругу, мы говорили о возможности встречи на Украине, потому что украинцы, киевляне обратились ко мне с таким предложением провести встречу, диалог такой неформальный, обсудить российско-украинские отношения. И вот месяц мы этим занимаемся, и, видимо, в середине марта, вот сегодня утром я получил уже окончательные предложения по срокам, 12-13 марта они нас ждут, и
организаторами этой встречи является Гражданский дискуссионный клуб России, то есть мы, и фонд первого президента Бориса Николаевича Ельцина, который вот там как раз финансирует, потому что там уже оплатить дорогу, проживание. Вот, значит, фонд Бориса Николаевича Ельцина выразил согласие и готовность, так что мы вот будем на Украине, вот, будем там действовать. Если вы не против, то мы будем действовать, в общем, от имени клуба, хотя, ну, в том плане, не от имени клуба, от имени клуба тоже это нехорошо, потому что никто ничего не поручал. Но мы, как члены клуба, я и Федор, мы вот состоим в клубе, поэтому мы представляем клуб. Вот такая еще новость. Ну, еще одна новость, я уже сказал, еще раз повторю, что тот, кто был здесь на первом докладе, который был в ноябре, вот когда я делал доклад о «Есть ли в России социальная наука или почему мы не понимаем свою страну?». Вот этот доклад опубликован полностью на сайте «Новой газеты», а в номере от 4 февраля, совсем недавно, они опубликовали уже вот в письменном виде, в виде текста, в бумажном виде. Он, конечно, немножко сокращен, на сайте полностью, а в газете это две полосы, но тем не менее это вышло. И когда это вышло, пока мы все-таки ждем подходящих, только что звонил Юра Цурганов, который добирается. Вот. Я вообще подумал, может быть, как-нибудь нам такой вопрос обсудить, вот как вы считаете. Наверное, многие пишут, и часто статьи выходят на сайтах. И вот что с этим, что происходит дальше? Потому что вот я столкнулся с такой ситуацией. Много было разных как бы опытов, но опыт последнего времени. Вот месяц назад у меня вышло интервью в украинском информационном «Униане», информационное агентство «Украина». Потом, я даже не знал, это было 4 страницы, это перепечатало сайты на СМИ. Знаете, такой сайт, да, и на СМИ. Вот они это опубликовали, и там пошла дискуссия. Вся дискуссия очень легко проанализировать. Она строится по принципу, ну какой идиот, какой вообще дебил это написал, какой негодяй мог такое сказать. Но вот это идет раз, два, три, пять, потом, значит, идет нормальное письмо, где говорит, ну, пожалуйста, скажите, какая фраза, какой абзац вам кажется вот идиотским? И ответ. Это мог только абсолютный дебил написать и так далее. То есть критика чисто эмоциональная, никакой логики, никаких аргументов, ничего нет. Вообще, кто это делает? Я не сумасшедший раз... в интернете. Нет, это не сумасшедший. Нет, это совсем не сумасшедший. Это делают спецслужбы, ставка, ущербные просто. Что нет? Нет, это не ущербные. Почему ко всему этому нужно относиться спокойно? Я считаю, что нельзя так делать, нельзя это пропускать мимо ушей. Надо отреагировать. Тем более, что следующий шаг, вот когда в «Новой газете» вышло, и в «Новой газете» внизу, ну, то есть публикация, это у них практика, они пишут. Мы призываем всех читателей обсудить статью на нашем сайте. Вот после этого в течение 5 дней нельзя было обсудить. То есть был блокирован сайт, то есть были комментарии до того, я знаю даже некоторых людей, которые это постоянно делают. Спустя 5 дней, когда я потом позвонил одному из журналистов, говорю, слушайте, вам 5 дней нельзя было попасть. Ну все, а теперь уже интерес прошел. Ну кто там вспоминает, что было 5 дней назад? Вы прочитали сейчас, вы полезли в интернет, да? Ну завтра. Но если 5 дней нельзя попасть, тогда пропадает желание вести дискуссию. То есть вот на мой взгляд, как-то вот эта сфера нашей жизни, то есть Медведев говорил, что ну, у нас свобода слова, вот в интернете можно свободу. Да, даже в интернете идут какие-то блокирования, какие-то действия. Ну, может, конечно, это случай, я не могу гарантировать, да, мне не сообщали, что мы тебя там поблокируем, но такое предположение возникает. Ну, а почему? А почему вдруг? Я спросил, а раньше у вас было такое блокирование? Нет, не блокируется. А тут вот заблокировали. То есть, а то, что комментарии идут, это я читал много раз, о том, что это не только спецслужбы, это делают ну, клубы, не клубы, а молодежные движения, молодежные наши. Вот, ребята, там, у них ставки, сколько они там, за что они. Иногда бывают дискуссии, где какой-нибудь Вася 25 раз пишет. Вот Вася, потом ему ответ, потом ответ снова Вася. Но вот я не удивляюсь, что это не просто у него так эмоции взыграли, а он просто, видимо, там к отпуску не хватило денег, он решил поработать в интернете. Платный мусор считает. Вообще шизиков там тоже хватает. Но они другие. Возможно, у меня другие есть. Возможно.
Можно, я не исключаю. Ну какие шизики, когда 20 тысяч лет получают? Да, они знают и понимают, что это может быть, и есть, но в принципе, да, движение наше, они 20 тысяч получают. Это не шизики, это они за деньги делают. Ну то, что одно можно сказать совершенно точно, потому что я занимался контент-анализом, узнал, что это такое. Вот тональность этих комментариев абсолютно не похожа на тональное настроение в обществе. То есть если бы это соответствовало, тогда бы я не удивился. А там совершенно какая-то другая стезя, которую не встречаешь в жизни. И они там это активно пишут. Нет, интернет-хулиганы в любом случае есть просто такие. Помимо. Вот что я еще хотел сказать. У нас встреча, конечно, камерная и неформальная. Но вы, наверное, знаете все, что здесь прошла последняя пресс-конференция Стаса Станислава Маргелова, Насти Бабуровой. Вот. И та обстановка, которая в стране, это закончилось это трагически. Мы все это знаем. Поэтому давайте минуту вспомним и выразим свой протест. Спасибо. Мы будем расставный путь. Да, там цветы лежат. Все это лежит. Ну вот это все такие предварительные замечания. Если у кого-то есть какая-то информация, которую вы хотите поделиться, можно сейчас или можно после доклада Сергея Николаевича. А сейчас я, поскольку здесь есть, я вижу некоторые новые лица, я буквально очень коротко скажу, в чем смысл клуба, чтобы вы понимали, в чем наша цель. Значит, мы решили, что вот есть смысл проводить такие дискуссии, обсуждения. Какая цель дискуссии? Цель дискуссии – воссоздать, построить такую картину нашей страны, такую концепцию нашей страны, которая как можно больше советского исключает из наших представлений, и относится к ней. Забыть это нельзя, но относится к этому негативно. И как можно больше российского в нашу модель, в нашу картину России восстанавливает. При том, что российское и западное сочетаемо, совместимо, но на российской основе. Конечно, мы должны знать западный опыт и учитывать, и использовать. Но все-таки мы живем в России, и мы должны быть россиянами, иначе просто мы теряем все. Вот сегодня как раз тот доклад, который я делал первый раз, и публикация в «Новой газете», про которую я сказал, там вынесена как бы в подзаголовок фраза: «У нас действуют одновременно и советские, и антисоветские, и западные, и антизападные, и российские, и антироссийские правила, что приводит к разрушению всяких правил вообще». То есть мы сегодня в ситуации полного хаоса. То есть что Лужков объявил бы, что можно у нас вводятся одновременно и правосторонние, и левосторонние, но это, понятно, что это абсурд, да? Я думаю, что лет через 20 люди соберутся, если им сказать, что, а вот вы знаете, в России в начале 21 века и было и то, и то, и то, и то, и то. Они не поверят, это же невозможно, как, это же не сочетаем. Вот у нас сегодня все это реальность, и мы считаем, что нужно одни российские, нужны, не советские, а российские правила. И российские правила, это не значит, что нужно вернуться в 19 век, это абсолютно невозможно. А нужно тенденции, идеи, ценности из нашей истории попробовать вписать в сегодня, насколько это возможно. Насколько это возможно. Многое потеряно безвозвратно, многое потеряно навсегда. Но тем не менее есть и важные вещи, важные ценности, которые можно вписать в сегодняшний день. Вот в этом цель клуба – проводить дискуссии такого типа, по-новому понять свою страну, избавиться от ложных мифов, восстановить российскую картину, при том, что речь идет не о переписывании истории, а о написании истории. У нас нет истории. Вот не надо думать, что мы ее переписываем. Истории 20 века у нас просто нет. Она отсутствует. Вот. А теперь у нас месяц февраль. В феврале у нас праздники военные, которые мы вспоминаем весь год. Вот. И сегодня у нас доклад Сергея Николаевича Базанова, доктора исторических наук, ведущего специалиста Института российской истории Российской академии наук, который нам расскажет о том, что происходило с русской армией, трагедия русской армии, которая вписывается, вот, к сожалению, в список трагедий 20 века, через которые мы прошли. Сергей Николаевич, слово вам. И все-таки, вот я сам себе противоречу. Сейчас, я еще отвечу, хочу, никак не остановлюсь, что уже нехорошо. Последняя мысль, последняя фраза. Вот я рассылал, когда делал рассылку, я написал, что
дискуссионный клуб «Россия» – самая четкая позиция, самая свободная дискуссия. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, я это на своей шкуре себя не чувствую, но не осталось в Москве площадок, где можно свободно вести дискуссию. Вам не дадут слова. Вот увидят, что вы хотите, да? Вот я так пришел на дискуссию, и у нас есть прокоммунистическая наука, есть прозападная. Алло. Да, у нас дом 17, да? Или, вот, дом 17, 17 дробь 9. 9. Дом 17, дробь 9. Вход с Барыковского. Дом с Барыковского. Дом с вход с Барыковского переулка под арку. Под арку и сразу налево. Нет, вход свободный. Просто нажмете кнопку, и вам дверцы откроются. Все. Да, хорошо. Вот к нам идет корреспондент Московского комсомольства, что-то будет стимулировать этот вопрос. Так вот, что я хотел сказать, что нет площадок, не осталось, где можно вести свободную дискуссию, и можно свободно высказывать свое мнение. У нас докладчики, конечно, определенную, мы стараемся делать так, чтобы была определенная позиция, но дискуссия может быть с кем угодно. Я лично готов дискутировать совершенно прямо, могу сказать, хоть с фашистами, хоть с коммунистами, если это дискуссия, если это не перестрелка вот здесь, вот на дискуссию. И я думаю, что мы все должны быть готовы к тому, чтобы вести... Вот в этом особенность нашего... Мы за свободное высказывание разных мнений. Для этого, если есть разные позиции, их надо обсуждать, а не стрелять друг друга и не затыкать рот, как это происходит сплошь и рядом в Москве на каждом шагу. Я сейчас ездил в Новосибирск на дискуссию, у меня Хазин просто вырвал микрофон. Вот я был ведущий, Хазин, Миша Хазин, экономист в Новосибирске. В Новосибирске у меня был день, когда я был ведущий на конференции. Он просто у меня забрал микрофон, потому что для меня стало очевидно, что то, что он несет, это ложь. Это просто, там перемешано ложь, миф, правда. И вот поскольку он понимал, что я сейчас вот начну говорить, просто, ну не буду я с ним драться. Ну хорошо, я просто сказал, вот видели, все видели, да, вот это цензура. Вот это значит беспомощная позиция, когда человек не может отставить свою точку зрения. Все, до свидания, держи, и я пошел. Это кругом, вот это просто возмущает. То есть интеллигенция деградирует уже не то, что там власть, интеллигенция, которая обязана спорить, дискутировать, выслушать разные позиции. Поэтому мы вас послушаем, любой вопрос, любое мнение, все уважаем. Но в корректной форме. Что? В корректной форме. Да, конечно, в корректной, конечно. И есть в Москве площадке, клуб АГИ. Какой? Клуб АГИ. АГИ? АГИ, АГИ. Про то, что говорили. Митя Искович делает. И там еще есть. Так что, ну, по крайней мере, все время хвалили Белингу, кончилось тем, что они... Белингу не собираются. Белингу не дают слова. Белингу я ходил 3 месяца, и нет там свободы слова. Нету. Не докладывали слова. Все. Сергей Николаевич, извините, ради Бога. Ну, пожалуйста. Ну, с чего я начну? Что представляла собой русская армия в канун февральской революции? Вот как раз февральские дни. Ну, чтобы ввести в тему, я поясню, что накануне Первой мировой войны русская армия представляла собой организацию численностью в 1 300 000 приблизительно, и было в ней всего 65 тысяч офицеров, включая прапорщиков. Ну, состав был дворянско-казначинский, но когда вот встречается в литературе, что там 90% дворян, это не совсем верно, конечно, уже полно генералов было из разночинцев, из крестьян, все это было. Преувеличение, конечно. Вот, ну, что мы имеем? Значит, 14-й год, мобилизация всего, значит, как я уже сказал, 1 300 000, 65 тысяч офицеров. За годы войны в армию было влито 17 миллионов, около 17, значит, к этим 1 300 000. А офицерский корпус расширился еще на 200 тысяч, это подготовленных там в школах прапорщиков, ускоренные офицерские курсы, училища и так далее, как правило, из недоучившихся студентов и средних городских слоев. А также 20 тысяч солдат, верских кавалеров, также стали прапорщиками. Но это те, кто, конечно, хотя бы умел домой письмо написать. Вот. Ну, вот так, что поставляла, значит, армия. Еще, вот, можно сказать, значит, всего в русской армии, если по пехотным полкам смотреть, было где-то коренных полков, но имеется в виду с петровских времен, ну, времен
наполеонских войн, у нас еще там была вспышка создания полков дополнительных, их было где-то около 200. Так вот, за годы войны их стало около 800. Вот можно представить, в 4 раза увеличилось. Вот. Ну и вот за счет кого и как, я ближе к делу скажу. Ну, вот что теперь представляла себя армия накануне февральской революции. На фронте в это время находилось 7 миллионов человек. Около 2,5 миллионов сидело в плену. 2 миллиона, ну, точнее 1 900 тысяч, это солдаты, офицеры тыловых округов и гарнизонов. Вот что она в это время представляла. Ну, где-то уже было убито 1700, потому что за 17 год потери были минимальные. Всеобще за всю войну реально было убито на фронтах, из котлявцев, при фронтовых госпиталях, всего где-то около 800 тысяч, не более того, как некоторые пишут, там вообще было... 2,5 миллиона обычно. Да нет, ну... Ну, во-первых, 300 тысяч инвалидов, которые, вот, я могу уже сказать цифры дать, вот 300 тысяч инвалидов, которые действительно как это без рук, без ног, он говорит, полные инвалиды, 300 тысяч. Так, в плену умерло 40 тысяч всего, не вернулся плен около миллиона. Ну, учитывая национальный состав русской армии, многие сидели в Польше, а Польша стала независимой, они просто не вернулись и так далее. Вот. Красный Крест тогда учет вел, в отличие от Второй мировой войны, очень четко. Вот. Так что... В общем-то, постараюсь. Лучше вопросы потом. Да, лучше, да, потом. А то я так, да, увидел какие-то дебри. Ну, в общем, значит, итак, февральская революция. Так, ну, я не буду пересказывать смысл, процесс ее. Ну, в общем, отречение Николая II. Вот я лучше армейскими, так сказать, сюжетами займусь. Вот, ну, под нажим генералов, там, ну, то, что было в Питере, это тоже там Петроградский гарнизон помог, это все тоже, это я вернусь немного потом к этому. Этой проблеме. В общем, царь отрекся от престола в пользу Михаила, Михаил тоже, значит, страна осталась без куда-то, ну, Временный комитет Госдумы выделил свой состав временного правительства и так далее. Ну вот, значит, коснемся чисто военных проблем. Николай II в свое время, в 15-м году, за неудачи войне, сместил своего дядя Николая Николаевича младшего, верховного командующего, направил его командовать Кавказской армией. А сам занял пост верховного, что было с какого момента? 15-й год. Вот. Ну, это было, конечно, крайне такой ошибкой, потому что Николай все-таки был полковник, человек не военный, по большому счету, боевого опыта не имел. А Николай Николаевич всех устраивал, тем более тоже великий князь из царского рода. Так вот, Николай Николаевич, он последним указом своим по армии вернул на пост верховного командующего армии, это, в общем-то, приняла даже солдаты, восторженно, что наконец Трудинус восставал. Но не тут-то было. Временное правительство под нажимом Петроградского совета, а оно поначалу работало под контролем, собственно, Петроградский совет и разрешил создать военное правительство, такой, ну, в мягкой, скажем, форме сказал Николаю Николаевичу, что, дескать, фамилия Романова непопулярна, и, в общем, подавайте-ка в отставку. Ну, Николай Николаевич как порядочный, честный человек и военный, он, конечно, обиделся, но никаких там ходов не предпринимал, подал в отставку и уехал, и больше он в политической жизни не участвовал. Вот. Ну, тогда вот временно командование перешло исполняющему обязанности Верховного Главнокомандующего начальнику штаба генерала Алексееву. Ну, это известный Алексеев, кто создавал потом Белую армию вместе с Корниловым. Вот. Но Алексеев, опять-таки, я просто сейчас вот этот период, скажем, начальный, ну, как говорится, как хороший, как штабной работник, как начальник штаба, ну, конечно, да, он очень грамотный. Ну, конечно, для верховного командующего фигура не совсем удачная. Вот. Ну, что временное правительство предприняло? Ну, судорожно цепляясь за власть, в общем-то, оно испугалось, оно всюду искало вообще-то контрреволюции справа, как ни странно, поначалу, поскольку о Ленине еще никто не слышал. Вот. И поэтому было сразу фактически в первый, ну, март, там, апрель, ну, первое время до майского кризиса, вот это апрельского, ну, великого, было смещено более 150 лиц высшего командного состава, в том числе вот, 8 командующих фронтами, а все было 5 фронтов, значит, по 2 раза фактически меняли. 35 командиров корпусов, а всего было 68 корпусов, значит, каждого второго сменили. И 75 начдивов из 240 русских дивизий. Тоже большой процент.
Ну, что еще в армии было негативно? Ну, как мы знаем, этот пресловутый приказ Петроградского совета номер один по Петроградскому гарнизону о создании солдатских комитетов. Приказ, вообще-то, был только Петросовета. В ЦИК еще не было, советы были во всех городах, но в ЦИК еще не было. Значит, вот этот Петросовет издал приказ. Временное правительство подтвердило. Но пошла цепная реакция. Эти солдатские комитеты были созданы потом в Московском, в Грузии, в других. Ну и, конечно, это просочилось в действующую армию на фронт. На фронте... А временное правительство понимало, к чему это приведет? Вот я потом скажу. Вот. Дай договориться. В общем, короче, что получилось? Цепная реакция пошла по всей действующей армии на всех пяти фронтах, вот в каждом, в общем-то, от роты до армии и до фронта были созданы комитеты. Значит, фронтовые ниже стояли, армейские еще ниже, корпусные, дивизионные, полковые. Ну и дальше самые мелочи, ротные, командные, эскадронные, сотенные, такие батарейные. Вот самые вот. Ну, естественно, эти комитеты, в принципе, военное министерство, временное правительство разъясняло, да и ставка верховному командующему в лице Алексеева разъясняли, что надо создавать, но это будут исключительно хозяйственные органы. Вот, может, там было солдат как отдать, когда сменять дивизию, чтобы на отдых, потому что очередность дает, ну и так далее. Ну, сугубо экономического такого бытового характера должно быть. В политику не лезть, а особенно в управление армией. В общем, в военные дела, в приказы не залезать. Ну, однако, как события показали позже, это никем не соблюдалось. Вот. Что еще? Какая особенность вот сразу произошла в действующей армии? Вот. Чем она изменилась? Ну, во-первых, я сказал, изменился состав. Вместо 65 тысяч, а многие, кстати, те офицеры были, ну, не, ну это, конечно, миф, что были выбиты там, попали в плен и так далее. Проценты, я сейчас так навскидку не скажу, но процентов 20, так, 15 от силы погибло офицеров за всю войну. Вот. Другое дело, что были ранены, что многих отзывали, готовили пополнение и так далее, как опытных офицеров и так далее. А потом вот эта вот цифра 65 и 250 почти тысяч новых, они просто растворились в этих среди разночинцев, там, крестьян и так далее, рабочих. И армия, и обученные, в общем, ну, одна из лучших в мире была. Кстати, вот немножко назад опять вернусь, не буду больше перескакивать, последний раз. В 2012 году была принята новая военная реформа, новый устав и так далее. Так вот у нас... В 2012, да. Потому что до этого, ну, что подтолкнуло, это неудачная русско-японская война, которую, правда, наш директор считает удачной, но это другая же тема, как говорится. Вот. А она подтолкнула как-то модернизировать армию, она сильно, конечно, отставала. Кстати, на это Микал, в общем-то, не успел довести до конца и Столыпин, который говорил, дайте нам 20 лет мира, и вы не узнаете Россию. Военные говорили, что армия будет в большой войне готова не раньше, чем там, ну, 19-20 года. Значит, вот война началась в 14-м. Так вот, спасло армию то, что вот эта новая военная реформа 19-го года все-таки как-то сделала ее более, так сказать, передовой. Во всяком случае, у нас вот даже мобилизационные планы были более гибкие и лучше сделаны, чем, вот, скажем, Германия, которая заранее готовилась, но и Россия не готовилась. У нас они были трехэтапные, поэтому мы могли вводить резервы поэтапно, а у всех это одновременно, ну, пока не подтянут все границы. Поэтому вот такие первые удачи-то и были на фронте, вот, в смысле Галицийской битвы, да и разгром Восточной Пруссии сильно преувеличен вообще-то. Это немцами, они первые раздули такую. Ну это ладно, это не моя, в общем-то, тема. В общем, скажу, что получилось с вами. Значит, вот, допустим, сейчас апрель 17-го года. Значит, вовсю орудуют комитеты, все, офицерство под контролем. Так вот, значит, временное правительство, значит, сохранилась армия после огромной чистки. Значит, вот было выгнано, вообще за весь 17-й год было примерно 300 генералов по военному поставку, в том числе такие выдающиеся, как Юденич, Личицкий и так далее. Да, и потом ушел и Алексеев. Вот. Очень много генералов было уволено, причем по мало таким понятным причинам, как Юденич, например, он был лоялен к его правительству. Так вот, в армии установилось, вот все говорим, двое власти. В армии, я бы сказал, установилось трое власти, если такой термин можно ввести. В чем он, какие это власти? Значит, осталось командование, уже вроде как бы ручное, потому что все, что можно, вычистили. Вообще, я сейчас опять-таки немножко вставку сделаю.
скажу, что вообще отказался принимать присягу временному правительству только граф Келлер, который подал в отставку, все, говорит, я присягаю. Это который в Нахичеване? Нет, граф Келлер это первая шашка русской армии, про него недавно очень хорошая книга вышла. Это же Нахичеванский тоже. Нет, нет, ну хан Нахичеванский, ну и из более известных вот граф Келлер, ну еще несколько офицеров. В общем, да. Хан Нахичеванский, извините, ничего такого не делал, это его начальник штаба, барон Винникин. Послал телеграмму и застрелился потом от его имени, от Михаила Нахичеванского. Так что это Келлер. И его, его по-моему, выбили. Ну вот, это самое. Ну, тут, ну Келлер точно, это доказанный факт, что он послал. И вот, ну единственный, вот можно сказать, вот один человек. А уволили 300, которые присягнули. Вот. Так вот, в армии сложилось, я бы сказал, троевластие. Значит, уже фактически из такого ручного временного правительства офицерского корпуса генералитета это одна власть, она еще была. Вторая власть это в лице комиссаров временного правительства. Они были посланы в каждую армию. Вот такой новый чин появился, новый пост, как бы, комиссар военного правительства, но они были при армии. Вот у нас было, значит, 5 фронтов, были комиссары от фронта, значит, 5 человек, и 14 русских армий, значит, 14 комиссаров. Ну, зачастую это говорит, пост, на самом деле это, как правило, из местных эсеров, какие-то там капитаны, прапорщики, достаточно вот, незначительным чином, вот, которые вот это возглавили пост комиссара военного правительства. И фактически ни одно распоряжение командования, командующей армией, фронта не могло выйти без согласия с комиссаром военного правительства. И третья власть – это солдатские комитеты, которые, как я уже говорил, были армейские, фронтовые, корпусные, дивизионные. И тоже, в общем, без председателя этого комитета многие вещи не могли быть законными, приказ. Вот три власти. Пока это все согласовывалось, естественно, каждый тянул одеяло на себя. Но еще весной 17-го спасение было в том, что как таковых большевиков не было, по сути дела. Ну, вернее, так бы сказать, они были, но как бы их и не было. Потому что Ленин еще не вернулся от немцев, еще был первый вагон, еще его привезли. А комитеты солдатские, в общем-то, были, ну, в основном из тех же партий, что и временное правительство, в основном из меньшевистского такого толка. Вот. Время правительства кадеты лидировали еще до лета 17-го, ну весной там фактически только Керенский был из эсеров. Вот. Ну, алло. Налево, сразу налево. Да. Да, подниматься по лесенке. Ну и что мы имеем вот при таком вот раскладе? Значит, немцы, главный противник России в Первой мировой войне, они, естественно, решили воспользоваться вот такой ситуацией, революцией, как ждали, потому что 15-й год, который самый сильный удар по России пришелся, ее из войны не вывели. Но цель это не было разгромить Россию, немцы ее не в состоянии разгромить тогда, просто вывести из войны. Вот. Это не получилось. Теперь в 17-м представилась такая возможность. Но тут речь пока не о большевиках, а только о немцах. Значит, что они сделали? Чтобы больше разложить нашу армию, они прекратили всякие военные действия, начиная вот буквально с февральской революции, значит, с мартовских дней. И вот, значит, март, апрель, май, вот даже начало июня, вот эта вот вся весна была без военных действий. В общем, там было запрещено вообще. И для чего это было использовано? Чтобы наши солдаты, значит, больше устраивали митинги там. И еще самое страшное, что они придумали. Но это, вернее, не их изобретение. Значит, сейчас я тоже забегаю, как говорится, назад, возвращаюсь, скажу. Значит, в конце 14-го года на Рождество произошло в Первую мировую войну такое, ну, небывалое доселе явление, там, братание солдат. Это произошло на англо-французском фронте между англичанами и немцами. Вот. На русском фронте впервые это было замечено, ну, по крайней мере, зарегистрировано командами на ОПА пасхальные дни 15-го года, значит, через полгода почти после этих событий на французском фронте. Ну, с чем это связано? Ну, братание, ну, как это, что такое братание, сказать? Это, значит, встречи на нейтральной полосе представителей противоборствующих армий, ну, и выражающиеся, в общем, в разговорах против войны, так, ну, фактически, с одной стороны, это пацифистское движение, с другой стороны, это крайнее такое нарушение воинской дисциплины. Ну, я бы сказал, что
со стороны, скажем, противника, вот именно это, после февральской революции, немцев и австрийцев, это, конечно, был чистый шпионаж. На братание выходили уже не просто солдаты, а переодетые офицеры разведки солдатской формы, знающие русский язык и так далее. И всячески снабжали наших солдат подрывной, так скажем, литературой пацифистского плана. Что раньше они подкидывали листовки, что там царь там нормальный, Распутин. Теперь они стали подкидывать, что временное правительство там вас продаст. Там, как песня Шевчука не стреляет. Да, что война ведется ради там, ну, буржуазии английской, американской, французской, кто-то, дескать, не для защиты Родины. Ну, в общем, всякая подрывная литература. Но это было бы еще полбеды, солдаты эти, в общем, самокрутки эти листовки использовали, потому что не все особенно читать могли. Читать. Ну, почти читали, но она не очень интересовала. А есть процент, сколько грамот? Ну, церковно-приходская школа, по сути, у всех была. Я считаю, что армия в основном на 90% была грамотная, как солдат. Вы что, были во Франции, это русский, там был наш корпус, все были. Игорь Борисович, ну, не переливай, пожалуйста. Нет, ну я этим, собственно, не занимался, но я могу такую сказать, что, например, представители Средней Азии не брали, поскольку они не знали ни русского языка, ни читать, естественно, не могли. Вот. Но у нас, вот, насколько я знаю, откуда призывали, везде земство очень у нас хорошо работало перед революцией. И куда бедно, вот женщины, да, процент среди них неграмотных был большой. А среди мужского населения, я не думаю, есть какие-то там стражи, какие-то там, нихуя себе. Да я не знаю. Вот в основном, я считаю, публика грамотная была. Вот. Ну, я теперь скажу, возвращаюсь к братам. Так то, что шпионаж, там, то, что они фотографировали наши позиции, там, ходили в гости и так далее, это все одно, это только шпионаж. Но еще было и, как сказать, развращение армии. Ведь сейчас опять-таки я напомню, в России в связи с мобилизацией в 2014 году был введен сухой закон. Правда, как вначале было сказано, на время была мобилизация. Потом решили по просьбе трудящихся, в основном женщин, продлить. Вот. Ну, продлили до конца войны. Но это не значит, что, скажем, там в ресторанах там не было пива, там шампанского, водку подавали в чайниках. Но... А на фронте был сухой закон. Ну и вот самое, что в голове гарнизонах. Вот. Но если там в горизонтах они там, допустим, как-то дорвались на директоратов, там, поскольку все автомобили работали тогда не на бензине, а не прежде спирт, как-то они очищали, травились, конечно, слепли, но пили, то на фронте солдаты были изолированы от этого удовольствия. Поэтому немцы это тоже знали. А у немцев уже напряжение довольно сильное к 17 году с продовольствием стало. И поэтому вот это началась меновая торговля. Вы нам спиртное, мы вам хлеб. Там, колбасу, там, мясо, не знаю, что солдатам выдавали, но хлеба выдавали много. Поэтому солдаты меняли. Ну и вообще была просто меновая торговля. И просто. Поэтому вот что такое братание. Это, конечно, сильно разлагало нашу армию. Вот эти, да, маршевые роты, которые должны были регулярно поступать, хотя войны-то нет, вернее, она есть, но ее и нет. Боевых действий нет, значит, никто не гибнет, значит, в общем-то, заряды пустые, все же вратаются. Это примерно такая картина была. Вот. Ну, Временное правительство по просьбе Антанты, прежде всего Франции, стало готовить летнее наступление. Ну, в общем, по образу и подобию Брусиловского прорыва, по сути дела, по тем же Брусиловским местам. Вот. Было стянуто, конечно, гигантское количество артиллерии, там все. Если бы там такое дать Брусилову, мне кажется, он бы за Карпат пошел тогда, в 16 году. Вот. Но здесь все было уже иначе. Армия была разложена. Вот эти вот прибывающие пополнения маршевой роты, они создавали, во-первых, мало того, что переизбыток войск, уже сверхкомплект, обычно всегда на фронте комплект. Вот. И поэтому временное правительство стало отпускать и в отпуска уже, и все. А все это получалось так, что тыл был в большей степени был подвержен вот этой вот, ну, анархии 1917 года, нежели фронт. Фронт все-таки был изолирован. А вот это вот перемещение, что вот маршевые роты привозили, это необученные парни, это все, в общем, совершенно недисциплинированные, они привозили только вот эти шкурные пораженческие настроения. Ну, вернее, антивоенные, пацифистические, пораженческих уже не было. Вот. Ну и обратно разрешена была пропаганда всех партий, к сожалению. Потому что, ну, под как соусом она была разрешена. Страна, ведь временное правительство, потому и временно, чтобы довести страну, как она говорит, до учительного собрания. Значит, фактически каждая партия могла агитировать за своих кандидатов и свою программу. Большевики этим воспользовались. Вот уже появились где-то в апреле примерно большевики.
Вот. И вместо того, чтобы, в общем-то, как-то действительно вести такую же пропаганду, как СССР и меньшевики, ну, коллеги по другим партиям, они занялись чистым разложением уже армии, что вот надо связать время правительства, такого, вообще-то, ну, призывать вот таким конкретным призывом, такого не было. Ну, то есть брататься там с противником и так далее. Вот. И вот в такой обстановке, вот, развала, в общем-то, и братания, вот этой безудержной большевистской пропаганды, да, в общем, полного правительства готовит наступление. Вот я сейчас зачитаю просто интересно, это много не займет, из воспоминаний генерала Краснова, небезызвестного. Ну, Краснова Петра Николаевича все, наверное, слышали, знают, да? Вот. Вот что он вспоминал, он тогда командовал 2-й сводной казачьей дивизии, это был Западный фронт, ну, который Москву прикрывал, значит, Северный фронт Петроград, это Москву. И вот что он говорил вот примерно о конце апреля, начале мая, пасхальных днях, вот, кстати, Пасха в 17 году совпала с 1 мая. Поэтому что уж там праздновали солдаты немецкие, русские, австрийские, там братались Пасху или, или День международной солидарности, а их трудно. Вот. Ну, такого говорят, что корреспонденты разных газет, я читал, такого не было. Вся вообще-то линия фронта, по сути дела, от Рижского залива и до устья Дуная была покрыта вот этими сплошными митингами, там все со знаменами, там даже оркестры играли. В общем, такого не было. И вот что вот он пишет, Краснов. Вот. Потребовать и установить дисциплину было невозможно. Все знали, что пехота, шедшая на смену кавалерии, шла с громадными скандалами. Солдаты расстреливали в воздух данные им патроны, а ящики с патронами бросали в реку. Заявляли, что они воевать не желают и не будут. Один полк был застигнут праздником Пасхи на походе. Ну, это когда они шли на боевые позиции. Солдаты потребовали, чтобы им был устроен праздник. Даны яйца и куличи. Ротные командиры бросились по деревням искать яйца и муку. Но в одаренной войной Полесье ничего не нашли. Тогда солдаты поставили расстрелять командира полка за недостаточную к ним заботливость. Командира полка поставили у дерева, и целая рота явилась его расстреливать. Он стоял на коленях перед солдатами, клялся и божился, что употребил все усилия, чтобы эти продукты достать. И ценой страшного унижения и жестоких оскорблений выторгал себе жизнь. Вот, вот это и так писали очень многие. У Рангеля есть такие мемуары, и Брусилов писал. Ну, Брусилов, правда, был повыше Рангеля, поэтому он как-то такой, до такой степени не видел. Но вот что вся армия представляла вот где-то апрель-май. Вот. И вот, наконец, в такой обстановке, да, чтобы как-то воодушевить солдат, на фронт стал часто являться Керенский. Он стал тогда морской военным министром после когда отставки Милюкова. Вот. И ну, состав временного правительства несколько изменился, и тогда Гучков сменил Керенский. Вот. И вот то, что вот это вот и постоянные вот Керенского даже как потом, ну я не знаю, это правда или нет, что он на перевязи руку носил, потому что от 1000 рукопожатий. Он солдат, он причем. Вот, и так далее. Так вот, помимо, значит, Керенского, на фронте там и Бочкарева была вот, известная, организатор женского тайной смерти. Мало того, Брусилова тоже многие офицеры-патриоты убедили создавать вот эти особые части, роты смерти, батальон смерти, как они называются. Собственно, хотели создать добровольческую армию целую, так и назвать. Кстати, вот это название не новое. Корнилов фактически заимствовал у Брусилова с 17-го года. И действительно, временное правительство дало добро. Так что получилось? Что лучшие люди вот, шли в эти батальоны смерти, ну, при каждой дивизии там создавалось это. Вот. И фактически вымывались лучшие кадры. Вот, кстати, Алексеев, он тогда, еще, ну, вернее, его сменил Брусилов как раз вот в мае, в конце, даже точнее 22 мая, Брусилов был назначен руководителем командующим. Как раз в годовщину Брусиловского прорыва. А Алексеев был начальником поставки. Так вот, Алексеев уговаривал Брусилова не создавать эти батальоны, потому что, говорит, вымоются лучшие, что останется вот такая вот шкурники и очень мало патриотов. Вот как может такое объявлять? Ну, не знаю, какие были соображения у Брусилова, он гнул свою линию и создавал эти части очень так активно. Вот. И когда началось 18 июня летнее наступление, что оно показало?
что солдаты вместо того, чтобы иногда идти в наступление, создавали митинги, а идти нам или не идти, а почему мы и так далее. А там уже упущена стратегическая, там, тактическая инициатива. И еще что делали? Вот говорили, если там обеспечат, говорит, артиллерийское наступление, кстати, этот термин появился во время Брусиловского прорыва год назад, впервые мы его ввели, не на Западе. В общем, будет артиллерийское наступление, мы пойдем. А что это означало? Значит, что все линии окопов, вот там на 5 километров в глубину, просто сравнивают с землей. Может, подготовка? А? Подготовка. Нет, подготовка. Наступление называлось уже. Подготовка — это раньше. Вот. И вот на некоторых участках так и было. Солдаты, в общем, просто занимали эту территорию, уже все, никакой обороны нет. Противник бежит, они насколько-то уходят, а потом опять митингуют, а дальше не пойдем. И так далее. Но, в общем, успешно наступала на этом фронте только одна армия, бывшая Брусиловская, 8-я, которую командовал Корнилов. Его армия действительно углубилась больше всех, достигла хороших результатов. Масса там несколько, по-моему, 40 тысяч пленных. Это приличная цифра для того времени. Вот. И, в общем, фактически углубилась вперед, но поскольку другие армии буксовали вот, по такой причине, митинги, там все это, вот, то создалась угроза вообще окружения целой русской армии, ему пришлось выйти, в общем, на исходные позиции и, ну, закрепиться. В общем, катастрофа не произошла благодаря Корнилову. И вот его за это, кстати, и назначили командующим всем фронтом. В общем, он фактически за месяц сделал такую карьеру. Начал командующим сначала корпусом, потом армией. После армии ему дали фронт, и после неудачного наступления, когда оно закончилось, его Брусилову заменили Корнилову. Он стал верховным командующим. Такая жизненная карьера. Но Брусилов, конечно, в отличие от... То есть Корнилов, в отличие от Брусилова, конечно, человек был более решительный, волевой. Вот, как мы знаем, что это единственный генерал, который сумел сбежать из плена. За всю Первую мировую войну ни в одной из армий Антанты или Германского блока таких случаев не было. Он один. Кухачевский бежал? Я про генерала говорю. Не, бежали офицеры. Вообще по числу побегов, вот, кстати, хороший метод для дискуссии, но я просто больше от вопроса. Вот насчет того, что как мы в 17 году воевали, как воевали до того. Значит, вот существует такой, ну, с большевистской подачи, конечно, что вот солдаты не хотели воевать, дезертировали, массами якобы сдавались в плен. Так вот, насчет сдачи в плен. У русских вообще плен считался не домом все-таки отдыха, а вообще-то каторгой, позором и так далее, особенно для казаков. Поэтому в плен особо никто стремился не сдаваться, если только окруженцы и так далее. В общем, добровольцев было мало. И вот это и доказательство тому, то, что мы занимаем первое место в мире в процентном отношении по числу побегов из плена. Не обязательно, что они увенчались успехом, а главное, что попытки. Так вот, Брусилов все-таки тоже, то есть Корнилов все-таки один генерал сбежал. Поэтому насчет того, что русские массами сдавались в плен, такого не было. Да и насчет дезертиров, вот я, кстати, сейчас это тоже, кстати, можно сказать, это тоже существует миф, что там, вот, например, если почитать мемуары Милюкова или Керенского, я даже не знаю, ну, из штатских вот таких товарищей, Шульдина, он там пишет, вот в русской армии там в 17 году было 1 000 000, а может быть 2 дезертира. Но это бред, если всего на фронте было 7 миллионов, как может быть 2 миллиона из них в бегах? Это как это? Каждый третий армия не может существовать тогда. На самом деле, они, видимо, плюсовали месячные вот эти сводки. Обычно в месяц у нас числилось невозвращенцев, это не дезертир, слова вообще не было. А было не вернувшиеся из отпусков и так далее. Потому что тот, кто вообще исчез, он считался без вести пропавшим. Может, его немцы ночью выкрали там в карауле, да и все. Вот, ну, не знаю. А так вот не возвращается. Эта цифра колебалась примерно, ну, 170-210 тысяч. Вот если усредненно 200 тысяч в месяц, то посчитать за весь 17-й год, ну, может, там и наберется 1,5 миллиона. Вот. Но это неправильно, потому что одни возвращались, другие не, и так далее, в общем-то. Почему? Потому что разруха на транспорте. И еще была неразбериха вот с этой вот вседозволенностью. Дело в том, что вот какой-нибудь, допустим, унтер приехал в отпуск в свое сибирское село, а его избирают там председателем этого сельсовета.
И он думает, что вот выборная должность, но когда из армии приходит запрос, а где шунтер там этот, Шибеев, допустим, вот, почему он не является своей воинской частью? А я говорю, теперь этот председатель сельсовета, нет, говорит, милок, это должность выбор, ты довоюй, и потом давай. И вот, и таких случаев очень много было. Поэтому вот здесь вот именно из-за разрухи на транспорт и вот этих вот всех проблем. Вот. Ну, что теперь сказать дальше? Значит, наступление провалилось, но это несколько отрезвило временное правительство, тем более, что произошли в Питере так называемые так скромненько июльские дни, вот эти 3-5 июля, как у нас в истории писали. На самом деле, это первая попытка большевиков захватить власть. Это, и это самый тяжелый момент, когда у нас вот... вот. Но она провалилась, и... под нажимом, в общем-то, правого большинства Совета и Временного правительства пришлось ввести смертную казнь на фронте. Значит, что это такое, я сейчас тоже поясню. Значит, это был просто как это, бумажный дракон. Дело в том, что, да, действительно, до февральской революции в России существовала смертная казнь. Ну, насчет там тыла я говорить не буду, там, допустим, какого-нибудь там Котовского, который уголовник и его там дело его приговорили к повешению. Я буду говорить о действующей армии, о фронтовиках. Значит, за всю войну с 14 по февральскую революцию, значит, за 3 года, к смертной казни было приговорено и приведено в исполнение всего приблизительно 100 человек. Это надо просто было вообще умудриться. Обычно давали каторжные работы, там 12 лет, это максимум. Вот всего 100 человек. Вот для сравнения, что во Вторую мировую было. Сколько там армии на Берлих избили, да, этими расстрелами и так далее. Вот. Так вот, эту вот смертную казнь-то и восстановили только для действующей армии. Так вот там, если за всю войну расстреляли 100, так что вы думаете было в 17-м? А в 17-м было вот что. В основном могли расстрелять за братание. Вот. Значит, как происходило дело? Вот, допустим, выявляют зачин. Да, там целые полки восставали, отказы там занимать позиции, да, идти в атаку и так далее. Следствие произойдет. Вот, например, я возьму такой, допустим, 5-я армия, Северный фронт. Там локальное маленькое наступление, 3 дня было, тоже оно успеха не достигло. И там несколько частей восстало, и из-за этого, в общем, прекратили наступление и перевели следствие. Вот такие цифры. Значит, сначала было арестовано целых 20 тысяч человек, это фактически 2 дивизии. Потом, после определенной сортировки, остальных отправили обратно, потому что они не участвовали и так далее, остается уже где-то 5 тысяч. Вот. Значит, 15 просто распустили. И из этих 5 тысяч на них завели дела. Значит, потом где-то, грубо говоря, 1003 тоже распустили за недоказанностью, за отсутствием состава поступления. И вот приблизительно где-то менее 2 тысяч действительно оказались под следствием. Сидели они сначала... Двинской тюрьме, почему название потом Двинская, а других отправили, поскольку она переполнена, в Москву, и посадили в Бутырскую тюрьму, где-то человек 700-800. Там они объявили забастовку, вот, после этого их отправили в госпиталя, там Савеловский, Озерковский, а потом, после, когда они, как говорится, выздоровели, вместо отправки на фронт, они создали такую при Моссовете команду двинцев, которые сыграли достаточно негативную роль в Москве, поехали в Москве осенью. Вот. Это вот какая судьба вот, так вот таких вот нарушителей дисциплины. Вот. Или такой вот простой пример. Значит, вот приговаривают определенного солдата к расстрелу за братание. Значит, но учитывая, что он воюет с 14 года, это георгский кавалер, значит, заменить расстрел 12,5 годами, значит, каторги. Так, опять, учитывая ходатайство полкового комитета, что он хороший солдат, они за него ручаются, исполнение приговора отложить до конца войны, если он совершит, дескать, подвиг, с него снять судимость. Вот, и говорит, ну, теперь встанет в строй. Вот. Только вот, вот какой был процесс. Поэтому расстрелов, в общем, не было. Хотя приговаривали, ну, может, там, типа, 20 приговорили, но ни одного не расстреляли. Вот, вот даже и Корнилов вот такими мерами, в общем, ничего не сделал. Ну, далее. Корнилов, конечно, предпринял и более, уже, но это уже фактически пожертвовал собой. Когда Керенский, чтобы перехватить, мы все знаем, инициативу собрал в Москве государственное совещание по поводу, как быть дальше, вот, он хотел, ну, он видел, популярность Корнилова растет, а у него, как говорится, теряется рейтинг.
И на этом совещании, кстати, на 1800 году,